Дорогие друзья, все собравшиеся здесь... Тем временем на сцену вышел Петр Верзилов, а муж актрисетки Пусирайт Надежды Толоконниковой. Прямо сейчас для вас спеть, но на этой сцене этот жанр уже был, так сказать, отработан. Поэтому вместо этого я хотел бы сейчас провести для вас два кратких экскурса в историю. Давнюю и не очень давнюю. 9 декабря 2011 года камера номер 4 в московском спецприемнике номер 1 для административно арестованных разбудила административно арестованного Алексея Навального, и пока он еще не успел встать с кровати, стала требовать от него, чтобы он немедленно баллотировался в президенты Российской Федерации. Алексей тогда ответил камере номер 4, что он не может сейчас баллотироваться в президент Российской Федерации, потому что он чувствует, что не та обстановка, что люди не готовы. Хочет расшифровать слова Петра Верзилова, который рассказывает о том моменте, когда он находился в одной камере с Алексеем Навальным во время административного ареста после «Окупай Абай». Это было, и после этого его арестовали, по-моему, на Чистопрудном бульваре, если я не путаю. Мы готовы в следующие несколько дней делать так, чтобы у Алексея был второй тур?